Всем привет! В этом видео речь пойдет о первых детках Мики. Давно обещала показать их, и они на данный момент уже, конечно, выросли, стали большими. И на момент, когда им исполнилось 3-4 месяца, они нашли своих хозяев и разъехались по новым домам. Осталось много отснятого материала, и вот как это было. У Мики начались роды в августе 18 числа, это было ночью, где-то 12 или час ночи. Я была рядом и переместила ее в заранее подготовленное место, коробку. Папа, кот наш, тоже разместился рядом и переживал за любимую. Морально нас поддерживал и не отходил ни на минуту от коробки. Мика родила крупных котят. Их было 6. Один, к сожалению, не выжил. Наверное, долго стоял в родовых путях. Все остальные успешно родились, здоровые, активные, пищащие. Когда родился первый котенок и запищал, кот спустился в коробку и поздравил свою любимую с первенцем. Ласково облизывал ей мордочку, целовал. Это так мило. К сожалению, я это не снимала, потому что был ответственный момент, не хотелось отвлекаться. Мика в процессе очень устала, затянулось это все до утра. Потом самое главное, когда кошка оближет и высушит котят, правильно их приложить к ней и проследить, чтобы они хорошо сосали молоко. Также проследить за эмоциональным и физическим состоянием кошки. Все это у нас продлилось до 5 утра. У нас Мика молодец. Оставляю ее отдыхать наедине с детками. Трое спят, а двое голосистых бродят. Это маленький, который. Он самый пестлявый. Это девочка. Самая пестлявая. Что, разбудили тебя? Разбудили. Ты, боже мой! Полет на зону. Котятам 3 недели, а бегают уже, как торпеды маленькие. Вот кто бы сказал, что им 3 недели, они как месячные. Да, скажи, я такой. И она мурлычет. Да, муркаю, да, я такая маленькая. Mm-hmm.
очень контактная, мурчит, берешь ее на ручки, мурчит, как трактор маленький. Боже, а как она лапку тянула заднюю? А лапку тянула, как балерина. Скажи, я такая маленькая, но уже все могу? Я делала для котят. Да, да, скажи, для нас, для маленьких. Ой, ой, пошаровал. Тебе нравятся игрушечки? Да? Что такое? Переживаешь. Иди сюда, малявочка. Иди сюда. Малявочка, иди сюда. Котятам нужно очень много внимания уделять. Мы им внимание уделяем буквально с 2-3 недель. Мы начинаем их брать на ручки. Приучать к рукам, к общению. Чтобы они знали, что такое ласка, что такое человек. И теперь они и так реагируют на наши голоса. Они уже с 3 недель не хотели сидеть в коробке. Они хотели человеческого общения. Потом котята получаются очень-очень умные и ласковые. Самое главное, что они общительные. Да, маленькие. Да. Боже, подреботал. Моя маленькая, ты не кнопочка. Да. Ой. Они все, каждый с индивидуальным характером. Хотя рождены в одном помете, но они очень-очень разные по характеру и манере общения. Мика, гриб. И в 3 недельки, да, даже в 2 или в 3 недели они уже умели мурчать. Мы их брали на руки, они муркали. Это так забавно. Они еще такие маленькие-маленькие. Мика, привет! Что ты требуешь?
Что ты требуешь? Да, что ты требуешь? Так, одного не хватает. Да, маленький. А, ты хочешь кушать? Вот. Жирненького не хватает. Понятно, что ты хочешь кушать. А, вот и... Сейчас будем кушать. Да. Я их подкармливаю немножко, потому что у Мики не хватает молочка. Кто слышит, как она мурчит? Так, где пятый? Где пятый? Не поняла. А ты что скучаешь, малый? Ку-ку! Целинка сделала им домик. На коня сяду. Ку-ку! Ты что за любовь? Он просто думал, что его Мика схватила, и надо замерти. Бегали, бегали. Пришла Мика. И решили перекусить, да. Завалили мамку. А кто сидел на моем стульчике?